Несмотря на то, что команды снова не смогли представить свои наилучшие составы, матч получился интересным. К примеру, в рядах региона не было Дмитрия Петрова, а у «Телекома» Венера Салихова. Но зато место в рамке ворот вновь занял Владимир Кожикин. Первый тайм команды как бы присматривались к друг другу, более вели позиционную борьбу. Попытки атак, конечно, были с обеих сторон, но, можно сказать, до перерыва оборона была сильнее нападения. И полевые игроки были предельно аккуратны, и голкиперы не позволяли мячу пересечь заветную линию, а порой и боковые стойки ворот заступались, в кавычках, за своих хозяев. И все-таки счет был открыт еще в первые 25 минут. Иван Амельянов забросил мяч в район вратарской соперника. Егор Наймушин откинул его под удар Николая Севастьянова, после чего футбольный снаряд оказался в сетке ворот. После смены ворот игра пошла поинтереснее, в плане забитых голов прежде всего. На 23-й минуте атаковал регион, но ошибся в поперечной передаче и получил ответ. Амельянов продвинулся вперед, отдал пас Ивану Минакову, и тот, обыграв соперника, еще и поймал на противоходе вратаря. Так два Ивана соорудили второй гол. Проигрывая два мяча, регионеры попробовали сыграть в 5 полевых. Это в итоге принесло свои плоды в виде двух отыгранных голов. Но до этого, правда, пропустили и третий в свои ворота. Две попытки связистов поразить пустые ворота дальним ударом были неудачным. А вот удар Андрея Карпунина получился точным. На 46-й минуте Александр Душинский, получив пас от Алексея Созинова, неотразимо пробил в ближний нижний угол. Спустя еще 3 минуты этот же тандем сотворил и второй гол для своей команды. Получилось как по учебнику. Прострел справа, и футболист региона забивал уже в пустой угол ворот. За оставшиеся секунды счет мог стать и ничейным, но в последней атаке Владимир Кожикин спас свою команду. А следом прозвучавший свисток судьи возвестил: победа 3-2 за «Телекомом». И осенний кубок также в их копилке. Победителем осеннего кубка стала команда «Телеком». Анна Кириллова, Александр Иванов, Ленинск ТВ.